Доброго здоровья. У меня была знакомая, которая говорила: главное ввязаться в драку, а там дальше как пойдет. Так вот, как раз мне важно начало. То есть у меня есть мысль, основная канва, по которой надо провести передачу или записать сюжет. Ну вот как бы его начать? Слишком много различных мыслей. Ну просто море, океан. Так, где у нас вот это? А я еще тут смотрю, как-то неправильно наведу фотоаппарат. Вот так вот. Да. Открываем наш YouTube. Пока он нам любимый YouTube. Потому что еще особо не запрещается. Далее мы входим на свой канал, творческую студию. И я как раз выставил видосик, мои рекорды, восстановление спины и так далее. И вот мы с вами откроем его. Не хочет открывать. Какая-то такая неприятная ошибка. Он увеличивает мне тут видео. То есть вот я смотрю, потом только раз сам расширил. Так, и смотрим комментарии. А вот тут нам надо его увеличить, чтобы смотреть. И вот смотрите, на мои комментарии к видео, мои рекорды восстановления спины. Пришли комментарии, И вот они мне показались очень-очень интересными. И даже, можно сказать, забавными. В этом видео я рассказывал, что в 2016 году с моей спиной получилась такая неприятная картина, которая потихоньку к этому шла вообще-то. То есть у большинства людей, у которых болит спина, они там особо даже ничего не делают. А если еще там делают, то и подавно говорят: о, это там сорвали спину, там пупок сорвали, расплющили, грыжи и прочее. Вот сложилась, короче, очень серьезная ситуация, что я как-то растерялся. Растерялся, и вот думаю, ну, сделаю МРТ, что посмотрят. Сделали МРТ всей спины мне, всего позвоночника. Выявили огромное количество всевозможных нарушений и отклонений. И довольно-таки серьезный. А что делать? Что делать? Толком ничего не было сказано. Естественно, у меня до этого был, так как мне уже 66 год идет, в сентябре уже будет 66 ровно, и уже на 67 пойдем. То есть у меня имеется масса своего опыта различного по восстановлению спины. Это и когда была у меня травма. Занимаясь тяжелой атлетикой, я получил травму. И примерно, если у меня результат был там до этого 140 рывок и 170 толчок, то после этой травмы я восстановился и результат поднял до 160 рывок, 197,5 толчок, 202,5 на грудь. Разница существенная, то есть восстановил. И вот когда все это, значит, заболело у меня, я как-то растерялся. Почему я растерялся? Да потому что те методы, которыми я раньше в спорте восстанавливал спину, они перестали работать. Просто-напросто перестали работать. По какой причине, не могу понять. И вдобавок, когда я еще занялся гравитационной гимнастикой, то, занимаясь в специализированных спортзалах,
там идет нагрузка сразу на две там ноги, на две руки. Вот, приехав домой, я думал, ну как же мне заниматься? У меня таких тяжестей нет, нету таких приспособлений. А думаю, а дай-ка я одной ногой подавлю вес там, по-моему, у меня 150 килограмм было. И вот я как раз одной ногой, другой ногой даванул, и так у меня в тазу, так, знаете, что-то там такое произошло. Я думаю, о, это то, что надо. Оказывается, там произошло чуть ли, наверное, не разможение какое-то. Что на следующий день я перестал ходить, не мог найти место, как мне там лежать, как сидеть и так далее, и тому подобное. И потихонечку выйти из этого состояния, такой скрюченный весь, я, значит, думаю, ну, схожу в МРТ, посмотрим, что там порекомендуют. МРТ сделали, просветили, все показали, вот то-то, то-то, то-то. А как лечить? А что ж будем делать? Да вот, я уже повторяюсь, поделаем витаминчики там, укольчики B12, и будем наблюдать. Вот и все. Вот и все, понимаете? Естественно, когда у человека какая-то серьезная травма, и которая при, знаете, при обыкновенных движениях, вставании, сидении, поворотах, она это о себе сигнализирует. Ну, вот в народе это называется закусывает только. Раз! Ты только хоп, что-то там нагнулся умываться. Она такая, кусь тебя! О! Ты там, допустим, начал на кровати лежать, поворачиваться, чувствуешь, она такая, кусь тебя! И так далее, таких, короче, закусываний море. У тебя уже возникает такое состояние, как панический страх. Что не делаешь, то, знаете, везде клин, как говорят. Вот, и с этим делом можно было бы смириться. И, ну, будем говорить, вот общепринятое мнение вот такое вот. Вот такое, то есть в дальнейшем особо, согласно общепринятому мнению, в дальнейшем никаких перспектив нет положительных, только ухудшение. И вот я, занявшись вот этой гравитационной гимнастикой, и как бы сказать, я-то знаю, вот сейчас пошел там третий месяц после моих регулярных этих занятий, как таковой я стал, знаете, что самое ценное, просто забывать о том, что у меня есть поясница, что у меня есть спина. Потому что она не напоминает о себе, как это было раньше. И я-то знаю, что в зависимости от там, ну, я говорю, я все прошу там, и массаж, и вытяжку, затяжку, подтяжку. Ну, все. И улучшения были только временные, а тенденция общая шла к тому, что все это потихонечку ухудшается. Так вот, поделав вот эти вот упражнения, и тем более вот такие вот на спину, то есть восстановление спины оказалось с помощью вот такого оригинального метода каких-то супернапряжений, но таких напряжений, которые бы вот были очень интересные. Динамику я чувствую, некоторые там вот говорят, что, мол, это там временно и так далее. То есть там, знаете, когда вот какой-то метод я применял, там и за буквально такие полмесяца не было каких-то вот таких вот улучшений, чтобы ты почувствовал, что это действительно как-то там работает. Вот. А тут, применив эту, я говорю, я как-то вот оживаю. Оживаю и забываю. Так вот, я почитаю различные, смотрите, комментарии на вот эту тему. Значит, вот Антон Либин час назад
Что он написал? Я сам грузчиком отработал, пупок сорвал. Мне его правила старообрядческая женщина. К большим весам имеется панический страх. То есть это у меня было такое. Был панический страх, да, возникает. Так, дальше что там мы смотрим? Ладно, здесь были более интересные комментарии. Более интересные комментарии. Какая-то интересная вещь. Смотрю, комментарии здесь одни. По другому компьютеру смотрю, комментарии совершенно другие. Вот беру телефон. Телефончик я беру. И что я смотрю? Вот опять-таки комментарий, почему я говорю, комментарий Антона Лебина. Геннадий не специалист, не разбирается. Есть ткани в организме, которые не восстанавливаются. Почечная ткань, легочная и так далее. Хрящевая ткань не восстанавливается. Девственность хрящевой ткани никто не вернет. Анатомически старые снимки навряд ли будут отличаться. Это как, посмотрите, у меня зубы выросли в 50 лет. Это ненормально. Но другие эффекты от гимнастики вы, конечно, озвучиваете. 3 месяца не срок. Так думаю, хотя бы несколько лет. Вот что по этому мнению сказать. Подбираю слова. Примолчал. Вот смотрите. Я лично считаю, и из литературных источников мне известно, и даже некоторые вещи я наблюдал на самом себе, есть методы, которые могут очень просто и быстро решить сложнейшую проблему. Сложнейшую проблему решить. Но обычно не знают, как с этой проблемой это бороться, как к ней подходить. А опыт, вот такой, знаете, опыт жизненный, как бы лучше сказать, не то, что он неправильный, просто жизненный опыт того, что мы делаем, он не работает здесь. Тут нужен совершенно иной опыт. Пример Виталия Караваева. В 9 лет он заболел туберкулезом, серьезно заболел, и пришел доктор, старый, пожилой доктор, знаете, дока в этом деле, который уже видел, что вот то, что имеется, приводит там через 2-3 недели к смерти. Что он и озвучил матери Виталия Караваева. Говорит, все, он болен, я со своего опыта вам гарантирую, что через 2-3 недели его не будет. Вот такие вот знания. Вот не будет и все, потому что мы применяем такое-то лечение, которое неэффективно. И в то же время он, Виталий Караваев, случайно попал к деду-пасечнику, который его излечил от этого туберкулеза. И потом уже сам Виталий Караваев излечил ряд других людей от этого же туберкулеза. И не за какое-то там большое время, а где-то там всего лишь навсего за месяц. Вы чувствуете разницу в подходах. И когда вот человек уверяет, что вот это вот не восстанавливается, что не восстанавливается, и так далее, и то-то там не растет, это, естественно, да, вот с этого опыта, который у нас вот в жизни имеется, и все, как говорится, вот эти вот методики, которые здесь практикуются, они не работают на то, чтобы легочную ткань восстановить, хрящевую ткань восстановить, еще какую-то. Позвольте. Но есть же другие методики. И, например, вот одна из методик, это вот для восстановления спины, оказывается. Гравитационная гимнастика, которую я на себе применил, И стал другим человеком по отношению со спиной.
Несколько лет пройдет. А я думаю, несколько лет пройдет, она еще крепче будет. Поэтому я и написал ему, следите просто за мной. Вот в этом вот видео я хочу подчеркнуть, что есть самые различные мнения, которые, конечно же, базируются на опыте, на жизненном опыте. Но есть и другое, то, что мы не знаем, или кто-то знает, которое работает совершенно иначе и намного эффективнее. И, кстати, вот мне нравится псих, который пишет псих. Псих, который пишет стих. Вот здесь он очень точно подметил. Для того, чтобы без оха и без аха жить и шо, перед тем, как думать плохо, ты подумай хорошо. То есть, когда мы себе... Вот почему мне трудно было начать вот эту нашу беседу. Потому что я хотел и вот это соединить, и высказывание сорвавшего пупок соединить, и свое собственное видение соединить, а также ряд других, проиллюстрировать это примерами. Смотрите, если человек уже заранее запрограммировал себя мысленно на неудачу, то, что у него ничего не получится, значит, оно у него и не получится. А если он ищет, понимаете, вот не опустил руки. Вот мне здесь понравилось еще, знаете, высказывание Поля Брега. Остерегайтесь людей, которые уже, как бы сказать, ничем не интересуются, они нелюбознательные, они вот остановились в своем развитии. И это не значит, что этот человек там уже пожилой там или старый. Нет, есть люди, которые... там скептики, которые уже там в 30, там 40 лет, они уже разочаровались в жизни, они уже там сложили лапки и все, столкнувшись с какой-то такой нашей реальностью и не умея ее, не понимая, как ее решить, или видя, что ее решают неправильно и получается отрицательный результат, они так и думают, да, вот так вот делают, вот это вот и будет. И только те люди, которые, знаете, вот действительно, некоторые говорят, что я сказочник, сказки рассказываю, что если вот такой человек по-детски наивный, вот верящий в сказки, верящий в чудеса, понимаете, и вдобавок ищущий, это очень важно. Вот он и там, и там, и там, и там, и там почитает. Вот смотрите, сколько я так метод этих прошел по восстановлению спины. И да, и там работало, и то работало, и все работало. Но, а где-то это все перестало работать. И с чем это там связано? Там, старостью там, или с невосстановлением и так далее, и так далее. Но есть же такие методики, которые заставляют обновляться наш организм. И есть методики, когда и зубы растут, я лично их не знаю, сразу скажу. Вот. Но что вот касается своей собственной спины, я уже знаю. Я вам, вернее, вы расспрашивали, вот у меня тут белые пятна витилиго. Эти белые пятна витилиго появились у меня... В 7 лет я попал под машину, и был, так сказать, такой испуг. Все произошло неожиданно. После этого они появились. Естественно, меня лечили. Это бероксан, после которого у меня возникло малокровие. Это и кварцевое это там облучение, которое сначала что-то там сделало, а потом ничего не сделало. Вот, и все это лечение привело к тому, что у меня в детстве начался вот какой-то... нервные срывы. Я говорю, мать, забирай меня отсюда. Я не могу тут уже быть. Мне это все. Все это опостылило, надоело. Все это лечение и так далее и тому подобное. То есть, вот оно. Это лечение витилиго. Я прошел официально все. Результат нулевой. В 9 лет мне выливают из пух
очень интересная процедура. Не связана ни с приемом таблеток, ни с облучением. Ну, как бы сказать, вот ни с чем. Просто-напросто бабушка тут стоит сзади, шепчет молитву шепотком, держит ковшик с водой на плитке, в этой в сковородке растапливается воск. По окончании он этот воск льет в этот ковшик, воск застывает, и где-то таких, такие, наверное, 3-4 процедуры было, вот где-то вот так вот. Мне не, знаете, чем понравилось? Тем, что вот этот вот шепоток, сначала я садился, 9-летний ребенок, и мне, я как-то настороженно был, бабушка незнакомая, там, привели и все. Вот, но вот этот вот шепоток, вот где-то там минут, наверное, 15 все это шепталось. Он приводил к тому, что ты как-то погружался вот в такую какую-то прострацию. Тебе нравилось это. Ты как-то расслаблялся. Ну, короче, после этих процедур, это как раз было в начале лета, я к ней походил. Потом в благодарность я ей отнес там 2 ведра вишен. Видите, какая оплата была. И к концу лета, я так случайно, опа, глянул на пятна. А пятен-то нету, там остались маленькие такие, вот знаете, вот. То, что было, если такая блямба была, а потом осталась вот такая вот ерунда. Сходит все это дело. И ночью я пугаюсь свою собственную бабушку. Вот это уже был настоящий испуг. И, естественно, все это вылезло в ноу. То есть разный подход и разные результаты. И когда мы с вами вот действительно ищем, когда мы верим, когда мы не соглашаемся с тем, что нас сказали, да ты никчемный, ты ничего не подумаешь, ты ничего не сделаешь, в смысле, ничего не подымешь, я хотел сказать. Значит, ты ничего не подымешь, ты там ничего не напишешь, ты там стишок не сочинишь. Какую там книжку там напишешь? Ты что, у нас в роду не было никаких этих самых писателей в телевидении? Да ты что, ты тут плохо говоришь вообще. И какое там телевидение будет? Далее там блох, хрёх и все такое. Компьютер надо же освоить. Ой, съемку надо освоить, монтаж надо освоить. Да ну нет, что ты тут, то есть сплошное нет. Сплошное неверие в тебя. Ну пусть в тебя-то кто-то не верит. Но сам-то ты верь в себя, в то, что ты сможешь. Не хуже других поднимать эту штангу. В то, что ты сможешь восстановить спину. В то, что ты сможешь достичь еще там чего-то. Что ты в конце концов обретешь. Можешь обрести такую комфортную, нормальную, интересную жизнь. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. А не то, что вот панический страх. Да, мы прошли и через панический страх. Мы прошли через многое. Но многое нам еще неизвестно. И только стремящийся получает желаемое. И верящий в себя. Закончу этим стихотворением, которое мне дали, не знаю, в знак чего мне дали, но вот посчитали, что вот это стихотворение можно, чтобы оно озвучилось через меня. Я мир и мироздание, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие свое, ее, вселенной всей. Источники любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать. Заполню этим все миры, где буду я, где будешь ты. Ведь я и ты, две меры красоты. И вот эту вот красоту, которая имеется у нас, надо развивать, надо показывать, а не пришибать ее. И говорить, это не может быть, и так далее.
живите красиво, чувствуйте себя красиво, действуйте красиво, мыслите красиво, в конце концов. И красота тогда окружит вас и исцелит. Вот так вот. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!